Всем привет! Всем привет! Очень рада вас видеть на канале «Всего и побольше». Меня зовут Мария, и это моя подружка, сестричка Анна. Анна! Да. Короче, мы хотим в сегодняшнем видео вам рассказать, как мы познакомились друг с дружкой, и вообще, какие у нас отношения, какие у нас планы на будущее, чем мы занимаемся вообще в жизни, где мы находимся. Итак, где мы сейчас находимся? Мы находимся в США. Я приехала, когда мне было 3 месяца. Чего? Меньше слушайте. В прошлом мае я приехала в США, это получается 1 год и 4 месяца назад. Я приехала в Калифорнию, и я живу в Сакраменто. Аня, давай, я не буду за тебя рассказывать. Рассказывай. Я приехала на 1.5 месяца раньше. Получается, ты здесь тоже живу здесь уже достаточно. Короче, 1.5 года время живу здесь. Как мы познакомились? Мы ж сестры. Ну ладно, если честно, то я еврейка, а Аня... Я армянка. Да. Мы познакомились в школе, в которую мы ходили раньше, я сейчас хожу. Эта школа называется Adult School, это для всех взрослых, которые достигли уже 18 лет и не могут идти в high school американский. То все идут туристы, иммигранты или вообще по каким-то другим визам. Просто приезжают, вы можете идти английский. Ты здесь? Нет. Могут идти в эту школу, учить английский язык. Эта школа бесплатная у нас в Сакраменто. Не знаю, как в других штатах, но у нас есть бесплатная. Твоя реакция была, когда мы друг дружку видели, и вообще, какой случай был, как мы познакомились? Познакомились в августе прошлого года. Да, в конце, да, где-то в конце. Да, потому что наша школа началась... Я не могла понять, какой ты национальности. До того, да, не могла понять. Потом, когда мы уже начали ходить. Какой по кругу, первый. Первый? Да. Первый. Я тебя в первый день вообще не помню. Да, да, ну да. Первый день. Я только во второй или в третий день поняла. Нет, по первый ярко. День, когда ты такая, хотите, я покажу вам всем мои волосы? А, да, просто все, каждый рассказывал из учеников свою особенность какую-то там, что-то о себе рассказывали, да, с какой страны. И я была, у меня была гулька наверху, и я понимаю, что никто мои длинные волосы не увидит, если я их даже не распущу. И я так рассказала, я с Украины, я с Киева, там, туда-сюда, рассказала особенности у нас чуть-чуть. И потом я стою и говорю, а у меня еще, я играю на музыкальном инструменте, на фортепиано, на гитаре, на скрипке, я люблю петь. И у меня еще особенность то, что мои волосы ниже попы. И я такая стою, хотите, покажу? И все так стоят, не могут понять. И я такая снимаю гольку и такая распускаю, и такая покрутилась вокруг. И все так, в основном в нашем классе мексиканцев много и очень много азиатов, да? И все такие, вау! Я не знаю, я тебя не помню вообще в первый день, потому что ты сидела не возле меня, не за моим мы столом. Тогда сидели отдельно, да. Так, я не помню, чтобы ты говорила, что ты с Украины. Я думала, что в нашем классе нет украинцев вообще и русских. Говорила. Я вообще не слышала. Ты парила в облаках. Не, я, наверное, думала, как я буду формулировать свои мысли и писала себе, потому что как сочинение да. было. Потом, я помню, через, наверное, или через день, или через два, когда мы уже начинали меняться наши столики, то миссис Дан, это наша учительница, она посадила как-то нас нечаянно вместе. А, нет, не вместе, мы там я у нас задание... Я вообще ничего не помню. Я помню, у нас было задание, очень часто в наших классах дают лист такой и пишут вопрос. Например, кто имеет 2 или больше детей? Кто ел мексиканскую еду? Кто имеет водить машину с такого-то года? И ты вот эти по этим вопросам должен найти в классе одногруппника, одноклассника. Да, вот да, в этом. Да. И, короче, я когда ходила по всем, там, по мексиканцам, узнавала вопросы, ответы, я потом смотрю, ты стоишь, и я думаю, наверное, ты наша или нет. И я потом спросила, do you speak Russian? И ты говоришь, yes. Did you? Да, я помню. Я не помню. И я так думаю, о, хоть в нашем классе кто-то есть. И потом мы, я не помню, как мы общались. Может, ты я что-то вообще помнишь? Не помню. Я только помню тебя в первый день, когда я подумала, капец, ты хвостунья. Это было первое, что я подумала. А ты, наверное, подумала, что я это недружелюбная. Да, потому что ты какая-то была надутая. Вот курица, да? Я так не подумала. Я никогда на людей так не думаю. Иногда бывает. Ты, может быть. А потом
я уже не помню, как мы дальше. Так, чем мы сейчас занимаемся, как мы вообще продолжаем общаться или нет? Мы с Аней уже не так часто видимся, как раньше. Раньше мы с Аней сидели за одним столом, разговаривали на уроках, и миссис Дан нас все время ругала и всегда пересаживала. Я так любила, когда мы писали экзамены. И она нас рассаживала, ну, тест. А, окей. Она нас рассаживала. Первый вопрос A, B, C. Ты выбираешь, и мы так я показываем. Первый вопрос. И она, например, спрашивает, мы проверяем. Или ты сделала правильно, и как я. И я. Первый вопрос, например, 3. Это C, мы понимаем. Она, нет, 2. Я, как 2? И мы смотрим. А, да-да, точно, C. И мы вот так. И она все время, мы не говорили, мы только вот так. Поворачивались друг на дружку. Это ей хватало, в принципе. Это ей хватало. Она нас любила. Потому что мы молоденькие девочки были. А потом она начала знакомить меня еще со своим сыночком. Ну, это уже другая. Так, чем мы сейчас занимаемся? Почему мы не видимся так часто? Потому что Аня, у Ани появилась работа, она работает. Я уже подумала, что они что-то другое. Что ты так сказала? Может, я что-то не знаю? Окей. А я учусь, и Аня уже в колледж ходит. В колледж. Очень жалко. Но мы из-за того, что Аня такая бизи человек. Прям бизи-бизи. Как пчелка. Да. Она не имеет времени. Короче, все, все, все. Раз в месяц, если увидимся, то счастье. Какие у нас планы вообще на будущее? На будущее или в ближайшие недели? О. Это тоже будущее. У меня камера садится бегом. На следующей неделе мы с тобой поедем или нет, я точно не знаю. Короче, мы с Аней запланировали поехать в очень далекое путешествие. Очень. На ночь или на две ночи. Короче, куда-то далеко мы не скажем вам пока, потому что это будет интересный влог. Короче, мы едем в далекое путешествие. Far, far away. Yeah. Почекай. Message. Хорошего всем настроения. У нас уже вечереет вот так, сколько темнеет. Кстати, моя мама испекла пирог. Я хочу пирог. Пошли ко мне. Все, мы поехали с Аней. Ладно, всем хорошего настроения и всем пока-пока. Ждем от вас вопросы. Пока!